Того, чтобы, во-первых, что такое бомжи в целом? Это определенная философия, и таких людей, такие люди есть и всегда будут. Им нравится их жизнь, и они готовы за это умереть. Ни в коем случае не надо в этом их ограничивать. Ну, реальные шаги, чтобы этого было меньше, пропаганда правильного образа жизни, другого, полноценного, с семейными ценностями, с правильными убеждениями, с убеждениями любви и братства, любви к себе и к своим близким. Потому что любовь к себе в первую очередь. И там, потому что, как говорят в самолете, наденьте маску в случае разгерметизации салона сначала на себя, а потом уже на ребенка, на самого близкого. С любовь к родине и ко всему на свете начинается с любви к себе. И к бомжам тоже. Ну, и у бомжей тоже. Хочешь ты вот вести такой вот аскетичный образ жизни, шариться по помойкам, там, рыться там, пожалуйста, делай. Но давай вот договоримся, чтобы ну, в эту философию, ну, как бы, ты особо там людей не затягивал. Нравится — живи. Но основной акцент воспитания подрастающего поколения – это, ну, здоровый образ жизни, правильный образ жизни, благополучный образ жизни. Когда ты работаешь, получаешь деньги, зарабатываешь себе на хлеб, себе, своей семье, кормишь ее, отдыхать ездишь, покупаешь одежду, хорошую еду, ездишь, занимаешься спортом, ну и развлечения какие-то. Тоже этого никто не отменял. Вот пропаганда правильного образа жизни, максимальная.